Всем доброго времени суток. Решил очередной раз еще снять видео и показать вам. Возможно, кому-то это будет интересно, кто-то скопирует. Итак, перед вами небольшая плата. Он регулирует температуру с помощью вот этого датчика. Это термистор на 10 кОм. Я его закрыл термоусадкой, чтобы контакты не замыкали. В общем, ключ открывает, закрывает, когда здесь меняется сопротивление. Также имеется сопротивление на 1 кОм. Если здесь поставить побольше кОм, то нам необходимо будет здесь побольше тепло. В данный момент где-то от 40 он срабатывает. Также служит конденсатор для того, чтобы плавно включить и выключить. Плату я не травил, а просто вот острый концом отвертки нарезы сделал. Но я это все не снимал, чтобы не отнимать драгоценное время. Итак, кулер на 12 вольт. Подаем сюда тоже 12 вольт от лабораторного блока питания. Вот у меня вот такой имеется паяльник. Здесь внутри батарейки. Нажимаем кнопку, и она нагревает переднюю жалу. А нам сейчас он нужен для того, чтобы вот здесь создавать температуру. Плавно отключается. Плата небольшая, меньше деталей, очень надежный и может повторить каждый. Кулер потребляет 150-160 миллиампер. Кулер можно использовать, где участки нагреваются, вот, трансформаторы, там разные участки, там микросхемы. Можно вот так направить, а этот установить прямо на корпусе. Или на обмотках трансформатора, или на радиаторе, где ключи, транзисторы. Вот. Надеюсь, видеоролик вам понравился. А я на этом закругляюсь.